ну, чтобы делали паузу на груди, чтобы задницу не отрывали от скамьи. Вот. Так же и здесь. Мне кажется, подтягивание тоже должен быть какой-то стандарт, минимальный, качественный техник. Ну, я не вижу просто другой логики, более правильной. Поэтому Паша Бабич продолжает с нами работать, Александр Мясник и Никита. Я показываю золотой стандарт. Я буду подтягиваться с весом 60, Паша с весом 40, Александр и Никита с весом 20. Причем Александр будет... 22. Александр будет подтягиваться внутренним хватом, для него исключение, у него проблема с трахеалисом, и он не может подтягиваться хватом. Значит, пауза внизу 1 секунда. Вверху доводим до шеи и смотрим почти вперед, слегка вверх, можно до касания шеи, вот так. И без волнообразных движений ножки прямо. Показываем. Ножки тянем. Да, ножки тянем. Вот. Вот это золотой стандарт. Все.